чтобы проехать 500 метров с закрытыми глазами. И 41 лайк набрал этот комментарий, ребятки. Ну что ж, закрытыми, так закрытыми. Ой, у меня пожарник отвалился. Давайте попробуем, ребят. Едем. Все, погнали. Так, закрываю глаза, еду. Так, давай буду, тут, по-моему, тут прямая трасса, тут можно, по-моему, постоянно держать. Буду постоянно держать, ребят. Он не написал, на какой трассе, поэтому можно выбирать любую трассу. Просто держу, просто еду. Так, не знаю, сколько я там проехал уже, но пока слышу, я монетки беру. Я пока монетки беру, ребят. Значит, я еду, это хорошо. Так, ох, по-моему, я приехал. 316 метров! Эгэгэй, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и мы играем сегодня с вами Hill Climb Racing 2, нет, 2, почему 2, нет, не 2, уйди, двоечка, Hill Climb Racing 1, ну, просто Hill Climb Racing, это челлендж, ребятки, челлендж с подписчиками, и у нас первый вызов прислал Кубарев 111, и его... челлендж набрал 13 лайков. Максим, карта американские горки, детский экспресс, 999 метров. Ну что ж, давайте попробуем, ребятки. Ну что ж, карта американские горки, детский экспресс, 999 метров, ребятки, моя задача. Давай, Картошкин. Ух ты, прям, давай попробуем пройти этот вызов, этот челлендж. Ух, я уже 200 метров преодолеваю. Давай. И у меня, кстати, можно было бы взять, конечно, нитро, но я ее не беру, ребят, без нитро. Попробуем преодолеть все это препятствие. Давай. Картошкин здесь почернел, он уже зажаренный, запеченный стал. Давай, ну-ка, поднимайся вот. Ух ты, молодец, 440 метров, ребятки. Уже преодолена дистанция и летим дальше. Давай, картофиля, пожалуйста. Ух, не подводи, куда ты летишь? Давай назад, нам нужно разогнаться как следует. Ох, набираем скорость, давай. И вперед, 500, 600 метров уже, давай. Ух ты, молодец какой, а. Давай, ну-ка, летим. Ох, берем очередной бензинчик. И мне бы нитро, ребятки, мне бы нитро, но у меня нету, к сожалению, нитры. Давай, поднимемся на эту высокую гору. Да, поднимаемся, смотри, неплохо, 700 метров уже я преодолел, ребят. 700, ну-ка, летим выше, давай, картофиля. Так, 999 метров всего лишь нам нужно. Давай назад немножко разгонимся. И вперед. Лети, картошечка. Давай, экспресс, детский мой экспрессик. Рви давай эту трассу просто. Ох, отлично, ребята. И у меня кончается бензин. Но нет. Давай. 999 метров. Но. И, я выполняю или нет, ребят? Да, я выполняю, отлично, 1000, ровно 1004 я проехал, да? Где, да, 1004, отлично. И второй вызов, ник Малика Мухитова, и набрал 31 лайк, это челлендж «Я Донер», проехать 1000 на луноходе, трасса горка или гора. Хорошо, Донер, я принимаю твой вызов. У нас луноход и трасса гора, и мы должны 1000 метров промчаться на этом луноходике, ребят. Ну что ж, давайте попробуем. Я не знаю, смогу я, но мне кажется, да, на луноходе, мне кажется, это очень легко сделать, ребят. Я же могу лететь, и у меня есть еще и нитро. Ох, давай, луноход, ну-ка, лети, отлично, я 300 метров уже преодолеваю. В принципе, это несложно, ребятки, давай, взлетаем. Отлично, сейчас возьмем еще бензинчик. Вот. И давай нитро врубаем. О, хороший, полетели. Ух. Так, где мой бензин? Где бензин, ребятки? У меня бензин заканчивается. Ой. Бензинчик, вон он, вижу я его. Вижу. Давай, луноход, лети. Бензин нужен. Есть, отлично. Отлично, ребятки, бензин взял. Да, летим дальше. Так, ой, нет, картошечка. Ну-ка, перестань переворачиваться, а. Давай, поднимайся. 1000 метров, слушайте, на этой трассе это не так-то легко, ребятки, на самом-то деле. Смотри, тут какая трасса сложная, а. Давай, взлетай. Ну-ка. Ой, давай, нитро врубаем. Полетели. Так,
тысячу метров. Смогу ли я пролететь, ребят, 1000 метров? Давай, нитро, врубаем. Нитро, давай, летим. Еще нитро. О, есть, отлично, и полетели. Я лечу просто на Луну. Отлично. 900 метров уже есть. 940. Нет, 1000 надо. 1000 всего лишь навсего. Давай, картошка. Давай, пожалуйста, ну, где бензин, давай, нитро берем. О, есть, отлично, до бензина дотянулся. Я опять лечу и есть, и я преодолеваю 1000. Я выполнил этот челлендж, ребят. Отличненько, я взлетаю, лечу и падаю куда-то вниз, устремляясь. На, еще, нет, не успеваю. 1138 метров. Хорошо. А следующий челлендж прислал Гриша Веномбокс. Его комментарий набрал 15 лайков. Почему меня нет на Драгстере по курсу? 1000 метров. Это геройство. Окей, Гриша Веномбокс, я принимаю твой вызов. Давай посмотрим, как я с ним справлюсь. Так, Драгстер и курс молодого бойца. Вот это да. Ничего себе, и 1000 метров, ребят. Да это же нереально, мне кажется. Вы что, издеваетесь? Курс молодого бойца и Драгстер? Ой. Все, что ли? Картошки? Все. Да, ребятки, это все. Ничего себе. 227 метров я всего лишь проехал. Этого мало. Давай, ну-ка, картошка, давай, пожалуйста. Потихонечку, ребятки. Потихонечку. Ох, Драгстер, смотри, ударился. Давай, пожалуйста, ну-ка, надо как-то преодолеть. Ой, ребят, вот это да, вот это трасса. А, ух ты, ну, Гриша, вот ты и приготовил мне, конечно, испытание здесь, а. Я не знаю, это правда какое-то геройство. Так, ну-ка, давайте попробуем, ребят. Ох, так, 370. 380 метров. Нет, картошечка, не переворачивайся, прошу тебя. Это что такое? А ну-ка, уйдите отсюда. Это что такое, а? Ты посмотри на этот раз. 500 метров. 600 я уже преодолел, ребят. Ух, хорошо. Так. О, грязь, ладно, это ничего страшного. 700 метров, ребятки. 700. Давай, картошкин, чуть-чуть нам остается, пожалуйста. Ой, Драгстер, как пуля, перевернись назад. Ну-ка, Драгстер. Ох, отлично, так, все это убираем со своего пути. 900, есть, отлично, я выполнил, я смог. Так, давайте дальше прокатимся, докуда я смогу докатиться. Давай, картошка, лети. Ох, отлично. Так, 1200 уже метров. Уже 1200, ребят. Так, я смогу здесь подняться, нет? Ну-ка, поднимайся. Давай, Драгстер. Ух ты, еще и сальтушку сделал, бэкфлип, ребятки. Так, вперед. Давай, картошка, ну-ка, покажи, на что ты способен. Давай покажем, что мы сможем. Даже, наверное, 2000. Случай назад. Нет. Полторы тысячи почти, ребят. Всего лишь 1500. Ну да ладно, челлендж я выполнил, ребятки. И четвертый вызов на сегодня, ребят. Светлана Стороженко набрал 3 лайка. И попробуй проехать на тракторе 500 метров на радуге. Окей, радуга-дуга, я еду к тебе. Слушайте, мне кажется, это издевательство. Проехаться на тракторе 500 метров, да еще и на радуге, ребят, это что-то нечто. Да, смотрите, я уже застрял. О, у меня есть нитро, давайте попробуем использовать нитро. Хотя давайте пока без нитро посмотрим, на что этот трактор, эта развалюха способна, я не знаю даже. Вот здесь придется, наверное, нитро. Куда я лечу? Я мимо не пролечу, нет. Нет. Ой, давай, уже половину преодолели. Половину уже преодолели, ребят. 500 метров нам нужно. Ой, там бензин был. Там был бензин. Ах, ладно, летим. Нет, картошка. 470-80. Где? 500? 500 метров. Ух. 569, ребят, ну ладно, это немножко нечестно, наверное. Давайте попробуем еще разочек, без нитро, без ничего. Так, посмотрим, смогу ли я, нет? Так, ох, я застрял, о, картошка, вылазь, пожалуйста. Да как так-то, а? Как ты застреваешь? Ах, это нечестно. Придется перезапуск делать, давай, быстрее уже. Так, ладно, надо тогда не спешить. Не знаю, ребят, смогу ли я это сделать. Я попробую, конечно, но особо не буду сильно прям так уж напрягаться, конечно же. Попробую сделать, выполнить этот челлендж без нитро.
Без ускорения, без ничего. Так. Ух ты, подлетаем. Пропустил, правда, бензин, но ничего страшного. Я думаю, что еще впереди у меня будет шанс его поднять. Давай. Так, 250 метров без нитро, и в принципе я проезжаю. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Картошкин, 296 метров. Зачем ты ломаешь себе голову, а? Эх, жалко, ребятки. Так, и давай еще разочек, еще. 300 метров, а мне нужно 500, а? Светлана прислала же, говорит, проедься 500 метров на тракторе. Ну, это просто, мне кажется, нереальненько немножко, конечно, на такой трассе. Но я буду стараться, ребят, не знаю. Долетай! Ух ты, молодец, еще и бензинчик взял. Теперь мы можем немножко смелее ехать. Вперед, давай, картофеля. Так, и что у нас? Половина уже трассы мы с тобой прошли. Так, тут особо не разгоняемся. А вот тут, что ты делаешь? 333 метра, эх. Ребят, ну ладно, все, я, наверное, больше не буду. Но я практически, вот, 569 мой рекорд. Я, правда, мимо пролетел, но все же. И последний челлендж на сегодня, ребят, последний комментарий, его прислал Сергей Еськуев. Ой, очень сложная фамилия, я извиняюсь, если я неправильно назвал, или это мой ник просто у чувака. Попробуй проехать 500 метров с закрытыми глазами. И 41 лайк набрал этот комментарий, ребятки. Ну что ж, закрытыми. Ой, у меня пожарник отвалился. Давайте попробуем, ребят. Едем. Ну что ж, Сергей, ты не написал, какую выбрать машину. Я выбрал себе хиппи, и новая трасса здесь у нас. Какая-то арена. Все, я закрываю глаза, и я помчался, ребятки. Летим. Я не знаю, я смог уже, нет? Сколько я проехал? Я не вижу, ребят. Я не вижу, сколько я проехал. Куда я лечу? Ой, я уже проехал 500 метров, нет? Я проехал, да? Все, я победил? Ой, что такое? Что происходит? Что случилось? Где я? Ух ты, я разбил. 473 метра, вот это круто, ребят. Так, ну-ка еще разочек. Так, я закрываю глаза. Я включу вообще нитро, вот так вообще включу. Ой, нет, нитро, почему ты не включаешься? Я не слышу. А, вот, включилось вроде бы. Так, я что, уже не еду, что ли? Эх, как жалко, а. Как это сделать с закрытыми глазами? Я не понимаю. Так, закрыл глаза, все, закрыл. Давай, вот, нитро включил. Так, еду. Да, еду, машина шумит. Я слышу, что машина шумит. Она едет. Так, немножко отпущу. Так, нет. Я еду. Так, вроде бы, да, я беру, даже я слышу, что я беру там эти монетки, вроде бы я еду, ребят, я еду и не еду, ой, так, я еду, ой, что происходит, ребят, что, я вроде шумлю, да, я еще еду, ой, нет, слышу, да, хруст, похоже, я сломал себе, так, ну-ка, подождите, это, возможно, очень сложная трасса, я вообще на ней ни разу не ездил. А ну-ка, давайте выберем что-то, я не знаю. Вот, американские горки, допустим, тут. Ну вот, и все, закрываю глаза, и погнали. Едем в соседнее село, давай. Давай, картошка, так, пока едем, ребятки. Глаза у меня закрыты, напоминаю, я вообще не открываю глаза и еду. Не знаю, куда я еду, зачем еду, но я еду. Да, машина едет, я слышу, машина едет, ребят. Едет, да. Эй, что случилось? Ну что ж ты будешь делать, а? Ты посмотри, как это сложно, оказывается, закрытыми глазами сделать. Это вообще нереально. Ну-ка, давай нитро сразу врублю, вот так, и буду на нитро ехать. Да, видишь? Так, а что мне, если, допустим, 10 секунд? Так, 10 секунд я держу, давай, а потом отпускаю. Так, держу 10 секунд, отпускаю теперь. Так. Держу опять. Давай нитро врубим, вот. Еду, держу, отпускаю. Так, я вроде встал, да? Я не вижу. Давай, едем. Да, я еду. Ох, нитро включу. Так, еду, держу. Так, что, еду, нет? Эй, я не еду. Я уже не еду, по-моему, да. Ох, и 390 метров я промчался. Ух, ну это нелегко, ребят. И последнюю, наверное, попытку сделал. Я не знаю, возможно ли это сделать с закрытыми глазами. Вообще нереально. Так, держу, отпускаю. Так, еду, да, монетки беру. Так, еду. Давай, держу. Так, 10 секунд примерно где-то буду держать. Держу, отпускаю. Так, еду, нет, еду. Да, я слышу. Да, монетки. Так, держу.
Еду, ребятки. Еду, нет? Отпускаю. Эй, да что такое опять? 359 метров. Да нет. Это нереально, наверное, ребятки. Ах, жалко. И с закрытыми глазами. Давайте попробуем какую-нибудь выбрать. Я не знаю. А, может шоссе выбрать? Давай. О, Арктику давай выберем. Все, погнали. Так, закрываю глаза. Еду. Так, давай буду. Тут, по-моему, тут прямая трасса. Тут можно, по-моему, постоянно держать. Буду постоянно держать, ребят. Он не написал, на какой трассе, поэтому можно выбирать любую трассу. Просто держу, просто еду. Так, не знаю, сколько я там проехал уже, но пока слышу, я монетки беру. Я пока монетки беру, ребят. Значит, я еду. Это хорошо. Так. Ох, по-моему, я приехал. 316 метров. Ничего себе, еще меньше, чем на американских горках. Эй. Ну как так? Ну-ка еще давай. Давай нитро сразу врубаем. Поперли. Давай. Еду. Так, нитро кончилось уже? Да, кончилось. Еще раз нитро врубаю. Еду. Так, нитро еще. Давай, нитро включай. Есть. Нитро включил. Еду. И да, еду вроде бы. Не знаю, машина шумит пока. Пока машина шумит. Нитро. О, включил нитро. Еще осталось нитро, нет? Нет, наверное, уже не осталось, не включается что-то. Ладно, включай. А, о, включилось. Еду, по-моему. По-моему, я еду, ребятки. Так, да, о, монетки даже, слушай, я беру. Так, ну-ка, отпущу немножко. Так, еду. Да, монетки беру даже, слышу. И слышу, как монетки беру. Еду, нет, я не вижу, не слышу. Я еду, да, монетки даже беру. Еду, ребятки. Еду. Отлично, еду. Да, я слышу, что я еду. Так. Да. Слышишь? Гудит. О, перестал. 486. Ох, вот это да. Почти, ребят, почти. Ну все, на этом закончим. С вами был Максим, ребят. Это был челлендж на игру картошка Climb Racing. Или Hilly Climb Racing, ребятки. Всем спасибо. С вами был Максим, Funny Games TV. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы... Вы поучаствовали в челлендже, пишите ваш челлендж под этим видео в комментариях. И тот челлендж, что наберет больше всех лайков, попадет в следующее видео, ребятки. Ну и пишите реальные какие-то челленджи, реальные вызовы. Все, ребятки, всем всего хорошего, всем пока.